Викусь, ну скажи честно, жадные? Нет. Ну честно скажи. Ну честно говорю, что... Ну скажи честно, что я не жадный. Нет, ну неправда это. Вот видите, а вы мне там пишете херню всякую какую-то, что я жадный. Ты очень хорош. Какой я? Хорош. Правда хорош? Да. Я тебя не бью? Бьешь. Ты что врешь? Ты офигела, что ли? Вот, а вы говорите. На ужин у нас сегодня была гречка с курочкой с тушеной, сырнички с медом, овощи, помидорчики, огурчики и лука. Я тут чуть под нажрался. Приболел, сожрал две головки лука. Сейчас буду целовать Вику. Нет, да. Нет. Луковая голова сейчас к тебе придет. Дети матроса. У нас такой матрос классный. Габи привел собаку. Такая собака бомбовская вообще. У нас, кстати, сейчас... Как его зовут? Арай, да? Арай. Есть такой участник? Вот он там у Габозова в гостях. Вот. Вы, кстати, вы не знаете последних новостей. Его выгнали с проекта. У Викуси есть татуаж, Зай? Нет. Нет у нас татуажа. У меня есть татуаж. Где? Вокруг лобка. Я сделал, да, я себе сделал татуаж. В виде... Бабочки. Нет. Какого? В виде будки собака. В виде матрос. У меня матрос на лапке. Татуаж матрос.